Телеканал КРТ представляє. Слава Богу, до нас повернувся наш п'ятий президент Петро Олексійович Порошенко. Ми дуже турбувалися за нього, тому що він знаходився з 8 березня, він зробив подарунок всім жінкам, які за нього не голосували, і він полетів до Іспанії. В Іспанії він трошечки відпочив, але, на жаль, я впевнений, що він дуже прагнув приїхати вчасно, але він не встиг приїхати під час виклику в ДБР. Тобто він запізнився і вчора повернувся до України. В ДБР він не зміг потрапити, повернувся з Іспанії. Іспанія – це зараз четверта країна після Китаю, Італії, Ірану. Іде Іспанія по кількості людей, які захворіли коронавірусом. І в мене таке питання, чому Петра Олексійовича не поставив, він не потрапив на карантин. Просто я от дивлюся, він не потрапив на карантин, він не потрапив в ДБР, він не потрапив на крісло президента України. Такий непотрапляєма людина просто. Знаєте, колобок, і від дідушки ушов, і від бабушки ушов, і так далі. Тобто, якщо ми об'єктивно дивимося на ситуацію, то тут треба розуміти, чого більше всього боїться наш самый главный мародер и коррупционер страны, это Петр Алексеевич Порошенко, по моему убеждению. Это ваша субъективная думка. Ну, конечно, да, а как по-другому. Прокуратура с вами не погодится, как вы бачите, уже лик. Здесь как раз именно почему прокуратура со мной не согласится, потому что, как мы видим, бывший генеральный прокурор просто чисто покрывал и не подписывал подозрения Порошенко, хотя фактов и доказательств его вины очень много. И очень классно видно на этой ситуации, чего Порошенко боится больше. Какого-то коронавируса у себя на вилле в Испании, которую он, собственно, купил за деньги, которые, конечно же, не доплатил в украинский бюджет. Ну и фактически там много где украл. То понимаете, в чем дело? То есть мы видим, что наш президент, бывший, боится вируса больше, чем нашей генеральной прокуратуры. И опять же, если мы посмотрим, а почему так произошло, опять же мы возвращаемся к генпрокурору и к реакции, которая произошла на увольнение генерального прокурора. Если мы посмотрим, что было после того, как генерального прокурора уволили, мы наблюдаем, как сразу послы стран G7 поехали в Полтаву. В Полтаву поехали послы G7. Ну, то есть, где послы G7, а где Полтава? И вообще, знают ли послы G7 о существовании такого города, как Полтава? Да, и несмотря на это, они взяли ноги в руки, свои очень дорогие ноги, свои очень дорогие руки, и поехали прямо в Полтаву после этого отставки генерального прокурора, и начали требовать, я так полагаю, Зеленского объяснений, что же происходит, как это так, почему генерального прокурора уволили. А уволили конкретно потому, что не было фактически никаких дел. И когда мы видим такую реакцию, мы объективно понимаем, кто давал Петру Алексеевичу гарантии безопасности. Собственно, те же самые люди, которые поехали в Полтаву и начали объяснять Зеленскому, что что-то делать нельзя. Например, нельзя уволить Гончарука, потому что он бездельник. Нельзя уволить Рябошапку, потому что он бездельник. То есть это те люди, которые стоят, или те силы, которые стоят за всеми этими процессами, и мы объективно тоже понимаем, наблюдая всю эту ситуацию, что, по сути, гарантии безопасности дали Петру Алексеевичу как раз с наших западных стран, западных партнеров, как их там правильно называют, наших любых друзей. Люби-друзей. Да, и это получается, эти люби-друзи как раз и гарантировали Петру Алексеевичу о том, что, дружище, да ты можешь нарушать закон сколько угодно, грабь, убивая, насилуй, мародерствуй, все будет нормально, тебя никто не тронет, давай. И это он давал на протяжении всей своей президентской каденции. И, к сожалению, мы объективно стали свидетелями и теми людьми, которые на себе это ощутили. И политические репрессии, и мародерство, и коррупцию. То есть абсолютный беспредел. И я очень надеюсь, что новый генеральный прокурор, которого мы, я надеюсь, скоро будем лицезреть по делам, он нам все-таки своими действиями, я думаю, что это будет в течение недели-двух видно, даст понять, что на кого он работает. Либо это будут заграничные западные страны, либо народ Украины. Если народ Украины, тогда мы увидим уже подписанное подозрение, которое уже ждет Петра Алексеевича, и Петр Алексеевич отправится в суд на то, чтобы ему избрали наконец-то уже меру пресечения, и он оказался там, где уже давно он должен быть. Дмитро, тобто ты веришь в то, что в принципе может прийти такой прокурор, который, почне, как пан президент сказал, на
у Верховній Раді, от останній раз, коли вона збиралася, він казав: «Хлопці, вже весна почалася, я вам календар там подарую, от, так що давайте працюйте». Тобто ти віриш, що буде, ну, далі це рухатись. Просто я чому це запитую, тому що нещодавно тут була Світлана Крюкова, і вона вирішила зі мною поспорити. Тобто я вірю, що пан президент, якщо сказав, значить так і буде. А вона не вірить. Каже, що вже ця система, вона таким чином побудована, що, в принципі, прийде приблизно такий же самий прокурор, як пан Рябошапка. Здесь просто нужно обратить внимание, что сам фигурант уголовных дел Петр Алексеевич, он просто регулярно просит правоохранительные органы арестовать его. Он просто выходит на трибуны, там пишет в Фейсбуке там, и так далее, и прямо требует, чтобы его арестовали. Потому что, ну, все мы же помним, что он выступает очень вот против Минских соглашений. Он говорит о том, что ни в коем случае нельзя их выполнять, бежит, потому что это государственное преступление, это сдача интересов государства Украины. Он выводит свои эти хороводы вот этих бомжей-парохоботов под там разные стены, то Верховной Рады, то Офиса Президента, то на Майдан выводит. Выводит своих вот этих персонажей, которых он держит на зарплате, и эти все персонажи синхронно с ним начинают возмущаться и говорят: «Блин, как же так? Как мы можем Зеленскому простить то, что он берет гад и выполняет вот эти Минские соглашения?» И при этом всем, как бы, мы же понимаем, что кто эти Минские соглашения подписывал, кто там ставил росписи под всеми теми вот этими зрадами, которые сейчас вот транслируют его парохоботы. И он в частности. И мы объективно понимаем, что если вот перевести на нормальный человеческий язык, то Петр Алексеевич сам просто требует и просит, говорит: «Друзья, а почему прокуратура не занимается моими уголовными делами? Почему я не сижу за то, что предал украинские национальные интересы? Почему я сдал Крым?» Нормальная держава, да, почему? Своих, конечно. Я думаю, что вот просто Украина — это уникальная страна, в которой фактически преступники, для того, чтобы их посадили, они просто умолять должны прокуратуру, чтобы их посадили. А уже прокуратура делает вид такой: ну, если вот хорошо умолять, тогда посадим.